Недвижимость в Турции, Paradise Alanya. Если вас интересует именно недвижимость в Алании, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Дорогие зрители, в районе Тосмур, в открытом районе под ВНЖ, нашел очень хорошую видовую 2 плюс 1, недалеко от моря, максимум 310-320 метров. Вид с первого балкона у нас там вид на море. Вот глазами видно это вот так. Вид на бассейн соседнего отеля. Тут у нас открытый бассейн. Также покажу территорию. Не закрываем ролик, смотрим до конца. Вид на крепость Алания по вечерам. Здесь освещение. Глазами видно вот это вот так. Это первый балкон, застекленный. Квартира после европейца. Рядом есть сеть магазинов Migros, Shoq, BIM, А101, банкоматы. Самое хорошее месторасположение также в районе Тосмур. Гостиная, большая гостиная, комната, совмещенная с кухней. Мраморная столешница, проект где-то 15-16 лет. Профиль у нас стиральная машинка, духовка, ну вся техника у нас фирмы Профила. Второй балкон, сторона здесь восточно-южная, западная. Эта сторона восточная и южная. Где море, это южная сторона, это восток, там запад, где крепость Алани. Чтобы вам было удобно найти стороны. Все, посмотрели. Так, здесь у нас коридорчик, в этой стороне прихожая. Этаж средний, но так как проект находится на высоте, тут этаж, скажем, как седьмой, восьмой, как бы в нормальном здании, где первая береговая линия. Один большой санузел. Вот. Первая спальня. Здесь где-то у нас 14 квадратных метров. Первая спальня видит крепость Алании. Это западная сторона. Видно соседние здания на горы. Также выход на один балкон. И это у нас вторая спальня. Можно по вечерам наблюдать, лечь и наблюдать за закатом. Вот там закат. Вот такой вид. Цена, дорогие зрители. Сейчас я оглашу. Цена, дорогие зрители, 160 тысяч евро. Есть маленькая скидка. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Квартира подходит под ВНЖ. Открытый район. Район Тосмур. Отсюда к речке Дим где-то у нас 400 метров. До моря 300, 310, 315 метров максимум до воды. Песчаный пляж, подземный проход. Рядом ресторанчики, магазинчики, ну все есть. Маркет там, все, что надо. Почта даже рядом района Тосмур. Смотрим дальше, не закрываем ролик. Ставим лайки, комментируем, пишем, что вам тут понравилось. И подписываемся, если все еще не подписались. Спальню показал. Нормальная спальня, не маленькие. Пойдемте вниз. Выхожу я с квартиры. Вызываем лифт. Лифт. Вместимость 4 человека.
Спустился я, вышел из лифта. Так, такая вот территория. Открытая парковка. Вот такие здания. Открытый бассейн. Айдат на данный момент 250 лир, но будет 350 лир. Тут есть подъемчик, чтобы вы посмотрели. Где-то 15 метров надо спуститься вниз. Есть уклон. Тут строится новый проект. Вот. Здесь уклон 15 метров. Потом нормальная дорога. Прямо идет к морю. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмур. Всем пока-пока.